На прошедшей неделе наконец-то стало известно, кто именно решит проблемы обманутых инвесторов скандально известного ЗАО «Сумет» на Новосибирской 27. Какая интрига крылась в конкурсных конвертах? Об этом в нашем материале. Ноябрь 2013-го. Места в спортивном комплексе «Заря» занимали не поклонники футбола, а обманутые инвесторы суметовских долгостроев. Своим несчастьем они обязаны вот этому человеку, Владимиру Зуркову. То есть вы хотите сказать, что вы неэффективный менеджер, но не преступник? Да, неэффективный менеджер. Тем не менее, неэффективному менеджеру инкриминировали 159-ю статью Уголовного кодекса. Середина октября 2014-го. Судья продолжает уже в который раз зачитывать показания потерпевших. 45-й том дела, 28 показаний Николаенко Елены Ананьевны. В марте 2006 года был заключен договор об инвестиционной деятельности на указанную однокомнатную квартиру. Неоднократно разговаривала с Зурковым и Козяковым, которые говорили, что все наладится, дом будет построен. Ленинский суд подала исковое заявление в марте 2011 года. Среди сотен эпизодов где-то затерялась и история Сергея Белкина. Еще в 2004-м, вложившего деньги в площадку на Станиславского 10 и предполагавшего справить новоселье в 2006-м. По первому доп. Соглашению дом не был сдан. Было второе доп. Соглашение о переносе очередном. Уже был перенос на 2009 год. Когда стало понятно, что и этого чуда не произойдет, на божий свет полезли финансовые грехи а-ля Владимир Зурков. Деньги с нашего дома где-то в районе более 100 миллионов он потратил, сам признался в этом, что потратил на достройку дома соседним с нашим. В раковой опухоли новосибирских долгостроев суметовские дома только одна из метастаз. Эффективная хирургическая методика борьбы с этим тяжелым недугом была утверждена постановлением мэрии еще 2 года назад. В рамках конкурсных процедур привлекается инвестор, который готов оплатить завершение строительства брошенного дома. Затраты такой компании должны компенсироваться путем выделения земельного участка. В поисках такого Робин Гуда не так давно мэрии был объявлен и конкурс по Новосибирской 27. Заявка поступила от общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой Сибирь». Открываем вторую заявку. От общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж». Среди критериев оценки потенциальных претендентов значение играют заявленный размер земельного участка, время по финансированию проблемного объекта и, конечно, репутационное портфолио. «Дорстрой Сибирь» предложил предметом конкурса земельный участок, отступив 4 квадратных метра от заявленного, и срок восстановления нарушенных прав в течение 1 года. А «Энергомонтаж» заявил площадь земельного участка в полном объеме, которая была предоставлена по конкурсу, и срок восстановления 24 месяца. Вполне себе очевидным стал выбор департамента строительства и архитектуры в пользу ООО «Дорстрой Сибирь». Кстати, эта компания уже завершает один из брошенных суметовских домов на Станиславского 10. Общая сметная стоимость была указана 80 миллионов рублей. 38 миллионов проплатил инвестор, компания «Стрижи». И 38 миллионов с небольшим собирают сами дольщики. Нам выделен был для застройки земельный участок и плюс субсидирование технических подсоединений нашего дома всех. Поэтому у нас это решило, большинство проблем сняло. Людмила Постоева, председатель ЖСК, как и многие другие, понимает, почему долгострой наконец-то поднимается с колен. Это и наша заслуга, и заслуга наших властей, которые создали эту программу по конкурсу по 108-му закону. Реанимация на Новосибирской 27 «Дорстрой Сибирь» будет заниматься вместе с группой компаний «Стрижи». У нас был опыт, мы сотрудничали с компаниями, выигравшими на Станиславского, на Красина 60. Если «Дорстрой Сибирь» выиграет, мы готовы инвестировать все в полном объеме. Нас на данный момент устраивают те условия, которые выдвигают они. Их вроде бы устраивают те условия, которые обозначаем мы. Ложкой дегтя в этой истории стало недавнее обращение Ивана Сидоренко, директора ООО «Энергомонтаж», а по совместительству и депутата Заксобрания в антимонопольное управление. Указан только один единственный способ восстановления нарушенных прав – это передача победителям денежных средств целевым использованием для завершения строительства. Считаем, что вот это нарушает права потенциальных участников конкурса на выбор
способа восстановления нарушенных прав участника строительства. Но в случае с Новосибирской 27 этот выбор сделали не власти, а уж тем более не потенциальные участники конкурса. Определили способ восстановления именно сами участники строительства. Тем самым департамент опубликовал возможность восстановления нарушенных прав путем перечисления денежных средств граждан. Неудивительно, что УФАС жалобу энергомонтажа сочли необоснованной. Но чем руководствовался Иван Леонидович, так неожиданно озаботившийся проблемами суметовских долгостроев? Наша компания строит на этом участке, и, соответственно, тот участок, который сформирован для передачи по этому конкурсу, он нам интересен. Итак, ключевым фактором для сердобольного депутата-бизнесмена, скорее всего, стал вопрос возможной конкуренции. Ведь 5 конкурсных гектаров мэрия выделила на родниках, где энергомонтаж до недавнего времени чувствовал себя полноправным хозяином. Энергомонтаж на рынке брошенных объектов является абсолютно новым игроком. Ранее в какой-то ярой помощи обманутым дольщикам он никогда замечен не был. Не удивляет и разница в заявленных сроках решения финансовых проблем площадки. У энергомонтажа, напомним, она была в 2 раза длиннее. Если для энергомонтажа это действительно возможно реальный срок, то никоим образом он не является реальным для дольщиков, потому что дольщики уже более 10 лет ждут свой объект, и чем быстрее данные денежные средства поступят, тем быстрее они смогут завершить его строительство и въехать в свои квартиры. Впрочем, этот инцидент уже часть истории. Вскоре на Новосибирской 27 дела пойдут веселее. Ждут своего звездного конкурсного часа и другие проблемные площадки. Из наиболее тяжелых площадок это связистов 13/1, это выборная 91/3, это Кашурникова 2, это Кашурникова 22, это Учительская 9. Я уже знаю, по крайней мере, несколько строительных организаций, которые готовы участвовать в этом 108-м областном законе, причем участвовать практически на тех же, примерно на тех же условиях. Когда именно со столичного лица города удастся наконец-то стереть позорное клеймо долгостроев? Очередной прогноз – дело, конечно, неблагодарное, но этот процесс все-таки пошел.